Сначала Лера говорила, что они с Сергеем готовы родить ребенка, а теперь рассказывает новую историю. Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев расстались еще в 2012 году. Но их роман до сих пор обсуждают. Поклонники уверены, что союз звезд был фикцией, хотя сами экс-влюбленные это опровергают. В качестве подтверждения версии о пиар-союзе выступают противоречивые интервью Кудрявцевой. В 2011 году в программе «Открытый разговор» ведущая призналась, что мечтает о втором ребенке. Тогда же она уточнила, что и Лазарев хочет от нее детей. Но конкретную причину, по которой беременность все еще не случилась, Лера не смогла назвать. В 2020 году выяснилось, что «Звездный союз» распался из-за нежелания певца создавать семью. Подтверждающие слова Кудрявцевой были обнародованы изданием МК. Оказалось, что Сергей в отношениях с ведущей не видел будущего, не воспринимал ее как жену и мать своих детей. Озвученная версия противоречит ранее сказанным словам Леры о том, что с певцом они вместе мечтали об общем сыне или дочке. Тема потомства серьезная и важная для Кудрявцевой. Поэтому забыть или перепутать мнение партнера на этот счет она вряд ли могла. А если роман был фиктивным, то спустя годы детали легко забываются. Впрочем, сомневаться в искреннем желании Кудрявцевой завести второго ребенка не приходится. Теледива целенаправленно шла к этой цели. В 47 лет с помощью ЭКО ей удалось забеременеть от хоккеиста Игоря Макарова. В 2018 году ведущая родила ему дочь Марию.